Всем привет, канал Ирина Цветики. Сегодня мы снова на оптовом рынке, магазин Росток. Но я вот заглянула, искала цветочек, который меня просили. А увидела новые орхидеи, хотя девочки говорят, что это с прошлого завоза, но их точно не было. Вот целая полянка, галаксии тоже, прямо там полянка, их точно не было. Так, 1700 рублей. Бабочки были, да, я согласна, бабочки я давно уже раза три показывала. Бабочки стоят, цена у них 5700. Ну, есть небольшая скидка на них, вот, которые давно стоят, вот 20%. Поэтому можно посчитать. Я не знаю, она все на галактике распространяется. Нет галактики с двумя цветоносами. Такая отборная розетка. Корни хорошие. Вот их тут, ну, немного, но тоже полянка. Этого точно не было, но я снимала, показывала вам, вы видели. Вот такие беглипчики, они размер мультифлоры, но цветочки крупнее, чем у мультифлоры, 1250. Не знаю, как насчет скидки. И вот, да, ой, не вспомню быстро этот цветочек, сортовой. И прям, ну, я опять озвучиваю, не подготовившись, у меня когда выпала свободная минутка. Я занята сегодня, завтра целый день буду, вот есть немножко времени, озвучиваю видео вам на завтра. 2180 рублей, ну, меня просили купить такой, но там что-то было тоже около 2000, сказали дорого, поэтому не стала даже писать, звонить. Дорого, потому что 20 носа отборная розетка крупная, взрослая. Вот. И подешевле, если только маленький молодой цветочек с одним цветоносиком. Да, бывает иногда в Леруа попадаются. Сезам. Ой, пилор. Вот их точно ж не было, да? 2,5. Я не знаю, скидка есть на них, нет. По-моему, пурпурный дождь. Пилоры, ну, не уверена. Вот такой беглипчик. Ну, не знаю, это, конечно, вот там бархатный напоминает абу. Ну, немножко не такой, как абу. Именно структуры вот лепестков, но он размером меньше, его губа другая. И вот, смотрите, дикий персик. У них был один, стоял на оценке. И вот только я отправила заказ, который мы искали, пенив. И, пожалуйста, вам пенив. Вот день в день. Ну вот, сколько лет отправляю, вот этот закон подлости, он повторяется периодически. Ждем вот 1650. Ждем до последнего, там, неделями бедные цветочки ждут. Мы все уже решили, отправляем. Только отправишь, и тут же появляется этот цветочек, который был у него. Еще один пилор. Он отдельно стоит, но он слегка вяленый такой, видимо, очень сильно поврежденный. А у него цена какая? 2500. 2500. А с ним совсем плохо, да, его поставили вниз. Такие, ну, тут остатки оценок и вот эти персики, видимо, они пришли такие. Вот многие магазины есть такое, вот, плохо дошедшие, жара была страшная, говорит, ну, везут в рефрижераторах, выставляют тут 1820 рублей, и цветы сразу опадают. Ну, большой перепад температуры, потому что жара у нас была за 35, это в тени официально, все 40 на улице, с горячим ветерком таким, как из духовки. Ну вот, корешки нормальные, розеточка нормальная. Это что? А я пенивчик смотрю. Ну, я долго думала, только отослала, только мы рассчитались, поблагодарили друг друга, мне оставили премию.
спасибо, все. И вот тут же я поехала дальше, заехала на рынок и нашла этот пельмень. Если они не захотят брать, ну, я думаю, пельмень это сортовая фигура. Кто-нибудь его возьмет. Ну, конечно, в первую очередь, ну, я напишу правообладателю. Орхидеи без цветов по 500 рублей. А вот орхидеи с цветами почем? Очень много вот в оценках. Ну, простые белые, розовые, слегка пятнистые. 700 рублей. Вот Рауль, по всей видимости. Вот еще орхидеи без цветов. Ну, хорошие, богатые розетки. Цветы многие не выдержали, да, вот этот месяц. И так их мало привозили, ну и те, которые привезли, попали, видимо, под этот жар. Вот сегодня мне написали, тоже цветочки пришли, все повяли. До этого писали, что все отлично, что можно отпоить. Это балм, по-моему, ароматная орхидейка. Ну, что тут сделаешь? Ничего, цветочки, если завяли совсем, засохли, тогда отрезать и быстро пойдут новые цветоносики он пускает. А если еще тряпочки висят, есть надежда, что они отпоятся. Ну, как всегда, много зелени, то я иду к выходу, что-то там еще посмотреть. Смотрите, как красиво заплетены корзиночки. Хотела спросить, это вы сами делаете? Ну, нет, скорее всего. Ну, Ванда эти в вазах я показывала уже. Появились фиалки, варигатные листья. Без цветов, правда. Цветы, видимо, не выдержали, их отрезали. Вот такой лес, джунгли. Дует ветерочек, очень приятная атмосфера. Я имею в виду, что...